долго еще добычу ждать? Сколько надо, столько и подождем. А ты, небось, везде охотился? Все трофеи собрал? Не, одного зверя в хрустальной шкуре я лишь в детстве видел. Его называют Кампфпанцер-07RH. Он живет среди горных вершин. И неплохо там скрывается. Просто так не выследить. А если найдете, знайте, его нелегко укротить. Этот зверь кружит вокруг вас быстрее пули. Если слышите рычание, значит, он уже у вас за спиной. Дерется он еще проворнее. Каждый его удар бьет точно в цель. Хищник набросится на вас быстрее, чем вы попытаетесь выстрелить. А пока вы будете перезаряжаться, он уже съест вас целиком. Чтобы загнать такого зверя в угол, нужно с 21 по 31 мая идти к цели с помощью усердия или мастерства. Каждый из 10 этапов пути принесет ценные трофеи и приблизит вас к цели. Те из вас, кто пройдут весь путь, будут сполна вознаграждены за усилия редким трофеем. Вы приручите самого быстрого хищника в этих горах. Танк Кампфпанцер 07RH. А если вы настоящие мастера охоты и достигнете цели раньше, чем за 10 дней, можете попробовать пойти еще дальше. Вам предстоит выполнять дополнительные боевые задачи, за каждую из которых полагаются награды. Если выполните 8 из 10 задач, то добудете вторую часть трофея – редчайшую шкуру горного хищника. Кстати, он уже у вас за спиной. Удачной охоты!